Приветствую вас, друзья, на нашем супергероическом канале. И сегодня, как вы видите, будет Пэкман. Большой, маленький и плюшевый. Ну и, конечно же, привидения. Тоже большие, маленькие и тоже плюшевые. Рассказывать про игру смысла нет. Игра великая. А желтый кругляш поедающей точки – личность более чем историческая. Помимо того, что Пэкман плюшевый и приятный на ощупь, он еще умеет издавать аутентичный звук, как в игре. Привидение тоже умеет, причем также громко. При этом размер игрушки значения не имеет. Если же эти ребятки утратили свою способность издавать аутентичные звуки, то, скорее всего, нужно просто заменить батарейки. Сделать это совсем несложно. Сзади есть карман на липучке, в котором спрятан звуковой модуль с батарейками внутри. Вынимаете, снимаете крышку и меняете батарейки. Ничего сложного. Важно вот что. Стирать эти игрушки никак нельзя. Засунете в стиральную машину и все. Замолчат навсегда. Поэтому даже не пытайтесь. А так, Пэкман есть Пэкман. Он крутой. До скорой встречи. Пока.